Всем привет! Специально для Охотника.нет обзор прицелов ночного видения Вологодского оптико-механического завода. Эти прицелы заслужили популярность у российских охотников благодаря своей низкой цене. Данный прицел весит около 1 килограмма. Его корпус изготовлен из металла, справляется с достаточно большой отдачей для своего класса, это 3700 джоулей. То есть его можно устанавливать на практически все популярные виды российского оружия, такие как «Тигр», «Вепрь», «Сайга», «СКС», «Барс», «Лось». Существуют различные крепления для этого прицела, но о них чуть позже. Сейчас я расскажу вам о свойствах этого прицела и его настройках. Вот здесь вы можете видеть, регулятор включения ИК-подсветки, настройка яркости, барабанчики ввода поправок, дополнительная планка вивер, на которую вы можете установить какие-то аксессуары, например, направленный фонарь Yukon, или дополнительную подсветку, фонарь и так далее. Это батарейный отсек. Работает прицел от двух пальчиковых батареек. Установлены наглазники. Данная крышечка резиновая съемная. На нее можно установить вот такой вот резиновый наглазник для удобства. Здесь вы можете увидеть тип крепления. Существует два типа крепления. Это плоскость, самая, в принципе, стандартная, популярная. И крепление на призму. Крепление на призму более надежное, но и более дороги. Для прицелов ПНС есть несколько видов крепления. Это боковые планки, ну, для «Тигр», для «СКС», для «Вепрь», для «Вепрь Хантер». И планка на ласточкин хвост, то есть она в основном идет для лось, но ее можно устанавливать на другие виды оружия. Есть отдельно крепление для ЧЗ-550 и планка для установки на вивер. Прицел позволяет охотиться ночью на расстоянии до 100 метров, это реальная его дальность. Такой прицел ночного видения вы можете купить у нас в интернет-магазине охотника.нет.